Очередная партия новых комфортабельных автобусов среднего класса, работающих на газомоторном топливе в количестве 6 единиц, поступила в областной центр. Кроме того, через несколько дней поступит еще 2 автобуса такого же класса. Данные автобусы после проведения всех необходимых подготовительных мероприятий выйдут на обслуживание муниципального маршрута номер 45 против часовой стрелки, которые заменят на линии так называемые маршрутки.